Добрый день, дорогие друзья. Сегодня пробуем новую игру Dead Switch 3. Она раздается бесплатно в Steam. А вот, кстати, русский язык как раз нашел. Сейчас настройки быстренько побежим. Но, в принципе, все нормально. Это, по сути, что-то типа Battlefield или Call of Duty. Только с видом от второго лица. Точнее, 2D-шного вида. Во второго лица говорю. Давайте пройдем сначала обучение. Ой, как громко. Ой, сусака, это жесткая. Давайте сейчас я немножко настройки громкость убавлю. Громкость музыки. Музыку может так. Звуки так. Прицел я сделал. Так, изменить управление. Оружие, инвентарь, другое. Так, где у нас сенса? Скорость камеры. Это оно интересное. Блин, а что такая сенса дикая? Движение, прыгать. А, все, понял. Так, приседать на это, все, понял. Есть у нас спринт. Оружейный контейнер. Ух ты. Ничего себе. Блин, а как сенсу чуть-чуть уменьшить? Сенса какая-то дичайшая просто. Управление аккаунтом, детали, эффекты, прицел. Скорость камеры. Давайте еще. Расчленение игроков. Так. Блин, у нас и нету, получается, да? В управлении. Я не нашел что-то, ничего такое. Ну, ладно, давайте пробуем. Так. Мешки с песком. О, смотрите, прикольно. Можно целиться, понял. А, смотрите, на shift. Прикольно, слушайте, на shift. Так, ага. Так, что-то у нас. Авиаудар. На Z у нас есть киллстрик. Выберите место. Слушайте, прикольно. Ничего так, однако. Так, в окно мы можем выглянуть? Да. Перезарядочка есть. Ну, а здесь прям все то же самое. Прокачка оружия. Смотрите, когда мы бежим вниз, мы не можем целиться. Корнет у нас где-то стоит там, да, убить. Давайте с этой стороны обойдем. Ой. Так, а у нас есть какие-то... Понятно. А есть у нас гранатки? Нет? Гранатка у нас нет. Ну, давайте просто так тогда. Если упадем, так, урон нам не нанесли, да? А, он еще и смотрит на меня. А! Понял? О, уже на второй уровень, ничего себе. Два новых предмета у нас. Давайте посмотрим, что у нас есть магазин, осколки, пакеты. Какие-то у нас две штуки есть. А что у нас вообще смертей пока непонятно. Что вообще здесь интересно? Давайте пробежимся, что мы посмотрим. Есть обучение. Так, достижения, новости, магазин, рейтинговые операции. Достижения, делать. Так, не... давайте попробуем операции сыграть. Это я так понимаю. О. Ликвидация в поместье. Стандартный, а это на уровне получается. Получить осколок за каждый 10 заработанных звезд. А, еще эти операции 34, и здесь еще уровень есть. Так, новичок, солдат, ветеран. Давайте пробуем солдат. Также, видите, смотрите, можно еще проходить на онлайновском, можно еще в онлайне проходить. Давайте пробуем учить наемников, храняющих поместье. You are clear to engage. Давайте попробуем. Воу-воу. О, у нас есть снайпа. Круто. А мы можем... А, у нас... USP. USP. Так, а, это пистолет. Вот, а можем вместо пистолета... Ты снайпу. Отлично, во. Так, мы можем приседать. Ну, немножко криво, честно. Давайте пробуем его снайпы, мы его.
Ой-ой-ой-ой! Ой, не сел туда, ничего себе. Блин, что-то... Я понял. Давайте заново. Хорошо. Давайте пробуем, во-первых, на легком сначала сыграть для начала. Что-то нас сложно как-то... Так, давайте возьмем снайпу. Так. Давайте пробуем ребятенка дать в голову. Убит, отлично. У меня только единственное, что... Опа. Решил пани подойти. Так. Они просто агрятся, смотрите. Опа, блин. Разбросик у нас такой себе. Так, отлично. Так, у нас еще флешки есть, я так понял. 7 патрон. У нас еще и с патронами беда. Понял. Воу-воу-воу-воу-воу. Короче, снайпы, мы здесь больно-то. А у нас, смотрите, тоже снайпер сидит. Последний патрон. Я понял, у нас патрон нету. Так, у нас с бурстом, получается, да? М16А4 же, да-да-да. О, акусик. Давайте возьмем акусик. Отлично. Молодцы. Давайте пробуем АК. О, скараж есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Да нет, сюда мне надо, давайте. Молодцы, отлично. Не, нормально, что-то я тот... Они агрятся просто так сильно, у меня как бы, по сути... У нас тут вот есть классы. А что у нас в классах? Изменить классы. Где это еще, знаете? МП5, пистолет. Есть в стрельбе ходьба. А, ну это открывается у нас, да? Смотрите. Давайте поставим М-ку сюда. Холодные пистолеты. ПП. Тактическая. Щиты есть. Давайте посмотрим, кстати, что у нас есть по оружию. Боевой нож, охотничий нож, мачете, катана, фомка, топорик. Пистолеты М9, G17, USP, 5.7, 19.11, Magnum, Desert Eagle, P320, Ирина. Слушайте, я, кстати, неплохой. Парабеллум, МК-22. Наборчик оружия-то, кстати. Смотрите, одноручные ППшки. G18 Glock, MP9. Так. Карт, Скорпион. Скорпион есть прикольно. Гранатомет СМАФ, М79, оглушающий, РПГ. Живелин есть, ничего себе. Вот там что-то я смотрел, там есть, там и танки есть, и вертолеты есть. Так, Манкуцу сейчас самый высочный гранат. Прикольно. Сводка. Быстрый бег и ходьба. Давайте поставим сводку. А, у нас, видите, еще один слот открылся, да, получается. Здесь у нас осколочная, дымовая. Давайте осколочную. Ой-ой-ой. Так, а как нам... Именно зайти вот в наш изменить имя, изменить аватар, задание. Просто этот, хотелось бы посмотреть, вот сделать настройки своего персонажа. Операции. Давайте пройдем пробный солдат теперь. You are clear to engage. Давайте еще раз возьмем. Кстати говоря, как мне кажется, здесь бы очень... Так, у нас светошумовые еще есть.
короче, я понял. Они почему так все активно ко мне идут? Да как они так? Блин, тут уже сложнее, сложнее. Так, давайте вот посмотрим, что у нас здесь. А, ух ты, прикольно, смотрите. Гиган, Апфор, спецназ есть, ополчение. Отряд Дельта. Это GG, так. Будущий тип персона. А как, интересно, вот здесь вообще... Вообще не видно. Давайте спецназ поставим, прикольно еще. Вон сзади даже этот. А что меняется? Волосы, лысина, короткие, длинные, чисти. Борода есть, щетина. А, это вот открывается как раз за вот эти осколки, да? Цвет волос есть. Светло-коричневый. Давайте светло поставим. Головной убор. Радио можно купить. Глаза, очки, нич. Слушайте, а здесь, я вам сказать, прикольно. Боевой нож. Молчу. Так, ну все, назад. А где вот именно попробовать самому еще? Давайте еще раз попробуем солдат пройти. Давайте вот возьмем лучше это место пистолета М79 на самом деле. Потому что я сейчас с М-ки-то я постреляюсь. Вот нет смысла, может, его сначала убивать? Сначала спуститься вниз, постреляться с теми. Там где-то товарищ был. А, нет, кстати, смотрите. Опа, вот он. Это я что-то лишканул. А у меня есть аптечка, нет? А, у меня останавливается. А, все отлично, восстанавливается. А я что-то как-то стрельнул так очень. Так, а давайте. Так, все, я понял. У меня тут остался, типа, Аннадина. Я что-то как-то стрельнул, вообще непонятно. А как он стреляет? На весу, интересно. Понял. Ага, патрон у меня... О, у меня тут сеанс патрон остался. Давайте мы отойдем сюда, стрельнем ему по бочке. Офигеть, он тоже ГПшит. Нормально он, однако. Так, давайте еще раз. Здесь надо, короче, какую-то такт. Ну, просто как-то они... Проблема в том, что они все сразу бегут на тебя. Давайте все-таки лучше с этой. И пойдем пока вниз. А его потом мы с той стороны... Тут две шли, получается? Я не совсем понимаю. А, нет. Анечки, тут дверь, да. Ребят, давай это спустим, делаем. А то больно нагло, я смотрю. Слушайте, прикольно. Так, на снайпе у нас патрон еще нормально. У нас есть этот, если что. Можем воспользоваться. Давайте мы зажмем, посмотрим. Ага. Блин, он сюда смотрит, да? Странно, что я не могу... О, это дробовиком, дружище! Слушайте, я вам хочу сказать, что такой... Нелегкий. Я могу сказать, что немножко тороплюсь. Просто этот товарищ тоже меня... Вот, видите, сразу эти идут.
Да блин, как они больно бьют, а? Очень больно бьют. Прям... Так. Давайте пробуем на следующую миссию пока. Давайте пробуем. Так, на лайтовом уровне хотя бы... Поучимся хотя бы стрелять. О, у нас есть дробовик, неплохо. И еще есть ор со сглушителем. О, вау, круто. Ничего, вот это то, что они со сглушителем, и они меня не видят, вообще не слышат. Блин. Не, у меня рейнджа не хватает. Давайте возьмем дробовичок. Но они на лайтовом уровне. А они на лайтовом уровне такие, не фонтан. Как, ну, такие враги себе. А вот снайпер это нехорошо. А, ну это было легко. Ну как бы изменить персонажа, изменить награды за комбо. А, вот смотрите, у нас есть плашка, есть кобра. Давайте предейта поставим. А, он стоит у нас за 5 убийств, отлично. Штурм перки. Ага, понял. Так. Вот это, наверное, можно пробовать на солдате пройти. Хотя не факт. Сейчас попробуем. You are clear to engage. Они уже идут! Да ладно, вы шутите? Я появиться не успел, они уже стрелять по мне начали. Чё-то как-то они тут жестко. You are clear to engage. Ай-яй-яй-яй-яй. Короче, я понял, надо дробовик брать. Давайте возьмем дробовик, пробуем с дробовиком ворваться. Что-то они какие-то жесткие здесь вплотную. Как бы на дальняк у нас есть, а что-то на ближняк у нас вообще печально. Ага, понял. А с чего он-то там стреляет по мне, интересно? Так, давайте еще разок. Жесткие ребятки. А, он хоть и снайпу и стреляет на самом деле. Ну смотрите, с Эрсасы с этим с глушаком, они. Нет, они тоже агрятся. И они агрятся жестко, причем вообще. А если я им светожимовую заброшу? А как она кидается, интересно? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Вот видите? Блин, ну это какой-то. Это немножко идиотизм. Вот сейчас надо было кидать, на самом деле. Давайте еще раз. То, что они все сбегаются, это как бы вообще как-то непонятно. Давайте я пока вас отсюда подбиваю, друзья мои. Пока есть возможность. Неплохо. Давайте посмотрим, кто еще остался. О-о-о-о-о-о-о, дружище. Я понял тебя. Далеко.
последнее было. Ну, они агрятся, на самом деле. Изменить классы, изменить награды за комбо, изменить персонажа. Ну, это потом все поменяем. Просто интересно. О, смотрите, у нас что есть в основе? Демпфер, одиночный огонь. Ага, точность у нас можно. Демпфер что нам дает? Уменьшает. Давайте поставим. А, открыть. Давайте откроем, хорошо. А, все, понял, короче. Во! Нормально, основа. Здесь мы можем автоматически огонь. Да, не все. Классно. На пистолеты также можем бедать. Так. Уменьшает урон по-вражески. Давайте сюда точность поставим. Элцу. Надульник. Ствол. И есть патроны. Останавливающие действия. ЦМО. Увеличивает урон вблизи. Ну, вблизи, хотя... Большой кайф. Давайте пока не будем. Слушайте, интересно, на самом деле, это то, что прокачка есть. А что у нас? А, погодите, мы же хотели как раз еще автоматы посмотреть. МГ-4 есть, М-60, АУК есть. Слушайте, в пулеметах. Хбар. М-249, печенек есть! На 40-м уровне, крутяк, РПК. Открывается на престиже 1. РПБрен какой-то. Сейчас снайперок у нас есть. М40, сам Р, МС-90, Р-70, РСАС вот как раз. То, что мы стреляли в 11, это этот у нас. Тундра из колды, да, я так понял. Барретт есть. СР-25. СВДшка. Ну, вот у нас отечественных только СВДшка. Почему не делают, не знаю, этот СВУшку, мне вот интересно. Дробовики. УА-12 есть, нормально. Спас есть. Сайга есть. Вот, автоматики. Самое интересное, есть здесь вал, мой любимый. Нет, Абакан только есть. ТАР-21, М4А1, АК-47. Хеклер-Кок 416 есть. Блин, а почему нет? А, здесь бурочные ВПшки. Может, они в ВПшках? МП-5 и В5. АКСУ есть. П-90, Вектор. ПДР-ка нет, и Бизон. Слушайте, на самом деле, Бизон... На последнем. Абакан 74, 94 на последнем. Жалко, жалко, что нету. Так, ну, мы здесь прошли уже нормальненько. За каждый из заработанных звезд. Блин. Что такое продвинутый? Вы уверены, что хотите открыть продвинутый? А! Прикольно. У вас 5, это набор 110. А, здесь же 10 операций. Давайте откроем. Смотрите, у нас здесь, короче, есть вот еще. Короче, вон их здесь сколько. Ой. И еще он шуточно есть. То есть у нас как бы здесь целая куча. И это можно все, в принципе. Интересно, многопользовательском. Давайте, кстати, ради прикола зайдем. А, есть выживание еще. Давайте ради прикола зайдем в рейтинговый. Изменить классы. Но у нас тут пока иметь нечего. У нас кастом 1 будет. Так, изменить персонажа. Ну, пока мне... Что у нас? Лицо появилось. Зомби. Волосы появились. Что? Плосковерхное. Плосковерхое. Головной убор появился. Шлем Дельта. Пусто. Радио. Основной шлем. А, то есть... А можем посмотреть, как он выглядит? А, вот мы просто наводимся, ну, показывает. Кепка военного образца. Слушайте, столько всего. Шапка Санта-Клауса. Что-то мы еще одно не посмотрели, да? Мигает, что у нас будто что-то новое есть. Ну, ладно, и голос. Прикольно. А, может быть, главный убор... вот, да, вот шлем, да, видите, визор поднят. Прикольно, прикольно. И ополчение, повязка. Ха. Ну, будем качать спецназ. Не знаю, как он открывается, честно, будем смотреть. Мне интересно. Советский шлем, маска, кепка военного образца. Шлем медика, шлем ЧВК. У Алтын есть. Слушайте, прикольно. Надо покачать. А что, активировать? Убийство. Изменить аватар. Что тут у нас? У нас только танчик есть. Убийство 10.
Ой, не совместно. Погодите. Открывается в этом уровне, награды снижены. А как поиграть? Играть все с другими игроками. Во, отлично. Выберите сервер. Европа. 0 в сети. Найти игру. Пользовательская игра. 1 в сети, 19 комнат. Давайте, да, давайте попробуем тогда на европейский сходить. Там хотя бы народ есть в сети. Давайте поищем. Ну, просто интересно, как онлайн идет игра. 3, 20 комнат. Давайте посмотрим список комнат. О, куда-то я... Ох, ничего себе, 50. Давайте так пробуем. Я просто честно, я думаю, сейчас мне все... Размажут меня сейчас. А мы как здесь, каждый сам из себя получается, что ли, играем? О, это что было? Ракета, ракеты, предатор меня убили, понял. Блин, он тут, видать, ему 36-й, да, здесь. Подожди, давайте изменим класс. Пробуем ближний бой какой-нибудь. Просто что-то как-то... Я просто снайперами не знаю, как тут быть. Да не пойду я к тебе. Ну, здесь единственное, что... Воу-воу-воу-воу, снайпер, что ли, там издалека? Ничего себе он фигашит. Еще и дверь открыт. Ой-ой-ой, все понял. Так. Ух ты ж, крас... Блин, а вот как он... А, ну если мышкой же можно подвинуть. Слушайте, блин, онлайн жесткий, конечно. Как они так издалека видят хорошо? Попал, чувак, красавец. Тут какой-то вообще дробовик. Здесь плохо, что здесь камера, конечно. О, чувак, со щитом. Ай-яй-яй. Так, все, я понял. Ой, есть. Блин, 2 патрона осталось. А что у тебя за оружие, интересно, есть что-нибудь? Ничего нет, интересно. Там щитами, чувак. Ай-яй-яй. Блин, снайпер вот этот 50-й левел жесткий чел, конечно.
Но с дробовиком пока попроще, как по мне. У кого-то верт. Извини, дружище. Тут, наверное, опа, хорош. Ой, гранатки. А, это дым. Ну, с дробовиком тут нормально. Ай-яй-яй-яй, все, я понял, понял, понял. Ой, там пустота. За снайпой там. А, я не взорвал, я зараза. Да, я не зараза! Вот. Все. Блин, жестко, жестко. Ну, конечно, там чувак вообще какой-то дикий. Со снайпой на 50-м левеле. Но все равно, между прочим, 20 убийств, 7 смертей. И, ну, как бы дробовик. Здесь тащит ближнее оружие, потому что народ не смотрит далеко. Народ не смотрит очень далеко, на самом деле. Карту, я так понял. Перерыв. Не, я хочу еще в эти сходить пока. Покинуть комнату. Выйти, да. Хочу попробовать еще один режим выживания. Единственное, посмотреть, вот многопользовательский режим бы я зашел. 47 в сети. А, ну это как раз и был, да? Так, а давайте посмотрим список комнат. Коллекция выживания. Присоединиться. Открытые с игроками. Как идет игра? Перерыв. Блин, а почему 19 в все? А-а-а, понятно. И никого нигде нет, да? Ну вот коллекция выживания. В других, получается, комнатах вообще. Ну, народу онлайн, конечно, видимо, низкий. Потому что вот... Что у нас? Давайте выйдем. Если посмотреть другие серваки, Индия, Азия, по нулям, Европу, 4 человека всего. Ну, про игру, видимо, мало кто знает. Игра 21 года. Ну, она достаточно, блин, неплохо играется, на самом деле. Ну, такой... Была же какая-то, как же она называется, по-моему, солдат, что ли, по-моему, была тоже такого же типа. Ну, только там бешено, нереалистично все было. А здесь достаточно все вполне себе приемлемо. Всякие задания есть, прокачки неплохие, три анлока. А вот как только вот посмотреть своего персонажа, вот мне что интересно. Что я захожу сюда, здесь у меня обзор профиля. Точности... Извините меня, извините, аватар. Недавно открытая. А как вот именно не аватар изменить, а как именно посмотреть на персонажа своего? Профиль. Ну да. Давайте еще пробуем сделать выживание. Жилой комплекс. Давайте в соло просто ради интереса попробуем. Зомби, как раз с зомбями. Хаос какой-то есть. Террористы. Контейнеры. Выживание про. Давайте пробуем зомби. Аж так. А, так у нас. Что нам можно выбрать, да? Редактировать оружие. Что редактировать? Давайте пробуем. Посмотрим, что у нас за режим. Нет, в принципе, в рейтинге тактический ящик. А, здесь можно покупать. Доступны перки. Ага, понял. И у меня только пистолет пока.
Я так понял, в прицеле стреляет точнее. По деньгам у нас пока ноль. Enemy forces heading your way. А, зомби, все, понял. Там пока не идут. Так, у нас $540. Жмите, чтобы купить. Холодные автоматы. Блин, автоматы 1500, я понял. А ППхи? Наручные ПП. Я понял. 20 секунд у нас перерыв, да? Давайте купим патрон. А, патрон еще есть. Это у нас на этот. Поддержка у нас есть, возможно. Коробка с патронами, ага. Не, ну пока. Просто надо посмотреть, что там, видимо, там дальше они будут мощнее. И их будет намного больше. Оружия у нас пока, да, никаких нет. Ну, то есть пока не... Я посмотрю, конечно, как сейчас дальше попрут по количеству. Они, наверное, снизу будут лезть, скорее всего. Ну, два начинается. Возможно, какие-то попрыгунчики будут. Но пока не видно, пойдем сюда. Что-то знакомая картинка хедшота. По-моему, такое чувство... Я где-то читал, народ писал, что типа они с контры взяли звуки. По-моему, кажется. Так, все, можем купить уже какой-нибудь автоматик. Есть двуручные ППшки, UMP, MP5, автоматы. Давайте М16 возьмем. Патронов. Патронов чуть-чуть. Давайте пистолет возьмем. И мы, в принципе, готовы. Интересно, а у нас режим стрельбы на одиночке? Нет, нет такого. Можно еще лцушку поставить. С лцушки удобнее будет стрелять. Демпфер, точность, точный огонь. Это, по-моему, в следующем, да, здесь в стволе. Улучшитель есть. Ага. И лцу есть. Можно было бы проматывать, кстати, эти перерывы. Enemy forces heading your way. Угу. Какой-то уже потолще и с ножом. Угу. Так. Патрошки. Давайте на стол возьмем ЛЦУ, рукоять будет. Давайте. Блин, ЛЦУ, хотя нет смысла, наверное, ЛЦУ брать. Может, на пистолет что-нибудь взять? Демпфер, точность. Тоже неинтересно. А что, можно еще что-то? О, отлично, можно гранаты взять. Давайте купим гранат. Так. В поддержке мы. Коробка, ракета, предейтер. Ага. Ничего интересного. Так, ну пока у нас там есть, так перки можем, да, взять? Разведчик, увеличит добро прицеливание на раненом враге, отражается на мини-карте. Давайте возьмем. Я хочу, честно, этот пооткрывать печенье какой-нибудь там такие. Жалко, почему они было, интересно, не сделали? Прям очень интересно. Мачете, кстати, о, оружие валяется. Оф. Кстати, может, делинг 2.4, кстати говоря. Ай-яй-яй. Так, а как интересно подниматься будет? А, понял. Короче, есть пошустрее еще.
блин, патроны закончились. Блин, надо патрон на эмку вообще на порядок больше брать. Пистолет тоже надо. А, у нас гранаты еще же есть. Давайте поддержку какую-нибудь возьмем. Авиаудар у нас есть. Predator ракета. Давайте коробку с патронами возьмем на всякий случай. И еще у нас есть. О, быстрое спасение, быстрое спасение. О, отлично. И надо нам сюда взять. Так, точность. На. Так, и так, сюда у нас пока не хватает. А что? И патроны тоже не хватает. А на пистолет у нас что есть? А, я все деньги потратил, я понял. Так, на Z мы можем вызвать коробку с патронами. Так, с пистолетом мы с тебе прям на порядок быстрее. Ну, чисто вот немножко пофаниться, вот даже в зомби-режиме или вот прохождение миссии даже вот можно. По сути, это как он, как она называется, Doors Kickers, вот эта вот игра, которая не без видом сверху, а которая именно... Которая именно тоже там пиксельная от 2D-шная, то есть такая же она по сути, тоже пиксельная графика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это было опрометчивый поступок. 39 убийств. У людей 1702, у топчика 817 убийств. Ничего себе! На что вот место тут редактировать оружие, непонятно. Получить осколки. А что это такое? Это надо покупать за покупки, наверное, да? Так понимаю. Ну да, наверное. Не, интересно, интересно на самом деле. Вполне себе даже можно побегать. Единственное, что онлайн очень низкий, это как бы... Давайте просто пока еще поиграем вот в операции ради интереса, походим. По сути, бесплатная игра с кучей операций, которую можно играть в многопользовательском режиме. Просто с друзьями. У нас есть бомба. Я понял. Кажется, он меня увидит, услышит. А, он пошел патрулировать, да? Так, а что надо сделать с бомбой-то вот с этой вот? А, разминировать их. Их у нас несколько, да, я так понимаю? А, нет, их несколько. Ох, кстати, тут я помню. Блин, а как же здесь зайти к ним так, чтобы они меня не... Ну, слушайте, опять неплохо долго так, однако. Так. Не, ну на легком уровне легко. Ну это типа... Ой, блин, отбегать, отбегаем, отбегаем, отбегаем. Чудесно. Стою такой. Типа Broforce, типа, ну, Broforce, конечно, с юморком и более хардкорная. Хотя вот здесь, я не знаю, я хочу сказать, что здесь вот на втором уже уровне сложности уже больше проблем. Они тут всегда сбегаются. Тем более это про солдат, мертвецы, городской ниндзя. Только они доберутся до вас. Давайте пробуем. Здесь миссию сыграем. Просто чисто миссии вот на втором-третьем уровне сложности в компании друзей проходить. Пас и РПГ. Плохо. Ой,
как им они? Вот как он долго убивается. Ай-яй-яй, а почему простреливается крыша, мне интересно? А что здесь у нас за... пулеметная турель? Ой, один оксался. Так, не с этого не стрелим. Прикольно. Эти, как их называют, зомби с оружием. Так, хочу у нас изменить классы, награды бою, изменить персонажа. Ну, там у нас... А что у нас здесь открылось? Холодное у нас открылось, боевой нож. Пистолеты у нас, глок открылся. Угу, наручные ППшки у нас здесь есть. Ну, это Рафика, да, по-моему, 93R. А, еще USP-45 крылся. Но они все за вот эти вот эти даются. Хотя интересно, я... А, ну тут, наверное, надо вот, да, убиваю. Выстрел в голубь. Вот. Можно получить, да. Сделать все ответственным 16-4. Выиграть зона конфликта. Командный бой насмерть. Выиграть, офигеть. Использую пластид. Ну, короче... За них вот можно как раз за достижение, как раз можно получать. Давайте еще посмотрим что-нибудь. Штурм аванпоста, снайперская осада. О, интересно. Давайте попробуем. Это. You are clear to engage. Ух ты, у нас тундра. Пистолета долго, очень долго с пистолета. Как же долго с пистолета убивается. Ай-яй, корнет, корнет, не надо корнет. Двери. Давайте почекаем, кто где. Блин, да ладно, вы бросьте. Сколько же вас... Да блин, прицел дергается, зараза. А что у них? А у них ничего, да? А мне эти тоже взорвать, получается, надо кар... А как вот их взорвать? А, я понял. Просто я сейчас выползу и... Да, вот я что хотел сказать. Что я выхожу и у меня... Корнет сносит уже сразу. Давайте еще раз попробуем. You are clear to engage. Да ладно, да, да что такое? Просто как корнет этот? У меня здесь оружия больше никаких нету, самое интересное. Видите, что он творит? А ты что, клеймор стоит? Смотрите, клеймор стоит, по-моему. Да. Наверное, по-хорошему как-то можно это все дело обойти. Нифига.
Ну да, если на легком уровне не чекать, сложно. А, еще 7 врагов осталось. Не, патрон осталось. Блин, давайте... Ну просто я, честно, не знаю, как... Почему от них снайперки не остаются, интересно? UAV online. А их можно как-то отключить? Нифига, а как вот ее раз... Ну и все. И мне патроны закончились. И моего этого нету. Наверное, здесь это точно, наверное. Ой, что такое? Забаговался. У меня вообще нет патрона ни на этом, ни на этом. А, у меня просто валяется внизу. Где еще два врага, мне это интересно. Это навряд ли враги. Или турели это тоже враги. Просто как турели вот разобрать? Пистолетика по ней отстреливать, но это как-то... Ну, тоже нелогично. Да, это враги. А там лежит клеймор. Да? Да. Попробуем стрельнуть по бочке. Во-первых, по клеймору надо стрельнуть. Ой. Нет. Что-то прям дико мало патрон. А там какие-нибудь, не знаю, ими гранаты или что-нибудь там такое есть? Просто чем... Чем просто это все дело уничтожать? Кастом 4 открылся. А, это Defender. О, прикольно. Снайперские. Что у нас тут? Демпфер есть. Уменьшает отдачу. У нас того можем вот звук отновить на снайпу. И патрон. Что звук? Патроны такие. Увеличивают урон вблизи. Увеличивает просто урон ЦМО. Поддержка. Так. Ну, что-то у нас на эмку. А, я маленечко покачал еще, да? Здесь демпфер, одиночный огонь, ЛЦУ и патрошки. Ну, мы нет, пока 16-4 все-таки. Ой, что у нас еще открылось? Дымовая. А, тактическая что-то. О. Не дают использовать ближайшим врагам мини-карту и снаряжение. Единственное, что... им бы сделать бы... Вот как в какой-то этой игре было, не помню, я играл... Даже на телефоне, что ли, это было. Там была фишка с тем, что... Скаут с камжением. Что можно было... Что видно было только вот ту область, куда ты смотришь. То есть остальная область Туманной войны была закрыта. А тут получается, что... Пушающая бопла. А тут получается, что у нас... Грубо говоря, всех видно. Спецназовец, главный убор. Вышли с гарнитурой. А тут получается всех видно, и ты заранее знаешь, что все, кто где находится. А со снайпой я в принципе... О, балаклава, шарф. Какой-нибудь советский шарф какой-то.
А тут получается, особенно снайперу хорошо на самом деле, вдаль куда-то сел и сиди себе издалека, продвинул прицел в другую сторону. Да, тебя могут, конечно, убить, если ты пока будешь смотреть, но туман войны бы интереснее бы был. Ну, выживание, не знаю, ну, неплохо, но... Наверное, надо тоже в патике. Надо с кем-то, наверное. Чтобы интерес какой-то был. Причем там какой-нибудь, там, видите, у нас получается операция выживания. Про какой-то есть. Есть какой-то контейнеры. Используйте то, что поет вам случайный контейнер для выживания. Бесконечные волны агрессивных врагов. Бесконечные волны царистов. Бесконечные волны зомби. Давайте попробуем контейнер зайти, интересно посмотреть. Карту сменим, какой-нибудь жилой комплекс, склад, аванпост, поместье, завод. Давайте вот... А, открыть надо, да? А, это... А, в смысле, в принципе, даже открывает еще... Давайте, не знаю... Давайте... Просто посмотрим, что за контейнерное выживание, что это такое. Так, ну у меня MP5 есть, уже неплохо. А, это сейчас как раз... такая большая карта. Сколько тут дверей? Тут можно, если что, будет двери закрывать. Это зомби и люди, что ли? Так, о, смотрите, контейнер нам везут. Бросай контейнер, давайте посмотрим, что есть. Гранатки у нас что есть. Надеюсь, он меня убьет. И не убил. Зенитная установка. Да, давайте. Интересно, она сколько-то по времени действует или как? Повыше заберем сейчас. И воткнем зенитку. Например, вот здесь. В правильную сторону я поставил. С той стороны идут. А, если это тоже идут. Ну, пускай там зенитка пока это. А я пока побежал. О, от них остается, кстати, оружие, да? Я так понял. Блин, а чё по нему... короче, я понял. Как я его подловил так тактически на перезарядке. Ну, она какая, короче, бесполезная, такая, в принципе. Она вообще не стреляет. Достреливает пистолет. Ай, как вы больно бьете-то. Ай! Блин, глок взял. Дайте мой пять. Неплохо. Чё, коробочку дадите? Что-нибудь хорошее. Вызенит на установка. Слушайте, давайте он на землю поставим сюда вот. Что-то как-то просто она непонятно работает, если честно. Как раз стрельнуть, скорее не пробить. А сколько в этом блоке?
О, патрон мало. А тут что у нас? Так, с этой стороны идут, да? А, и стой, стой. А как же она стреляет, я не понимаю. А, ну она зенитная, она чисто, наверное, ну, блин, понятно, она же зенитка, она не должна стрелять по этим. Так, много патронов лишних летит. Давайте вот так. Будем ждать. Вопрос в том, что у меня патронов маловато осталось. Ой-ой-ой, у меня же жилет, я понял. По патронам просто не все хорошо. Разброс. Жесткий у меня разброс. Блин, надо клуб забить. А, там у нас еще он. О, АК валяется. Давайте АК заберем. Пока есть возможность. Блин, АКСУ. Блин, АК, давайте АК. Хоть патронов есть запасных немножко. Блин, а то опять зенитка, да? А я тогда не понимаю смысла. Она толком не работает, ничего. Я что-то просто не совсем понимаю смысл от нее какой. Не отвлекаются. Дробовиком пришел, ничего себе. Блин, и последний магазин.
Ай-яй-яй, больно, что будет. МП-5 от учака СУ-36, а на МП-5-83. Блин, давайте так, что ли. Что-то как-то пока печально вообще. Неплохо. Бомбардировочка. Ну, что-то прям много их, конечно. А вот для чего нужны зенитки. Я понял. Не знаю, напалм как летит. Напалм нормально летит. Так. О, вот это уже нормально. Это уже пулеметная турель как раз. То, что нам надо. Это как раз мы сейчас на крыше попробуем, наверное, и поставить. Здесь она увидит. Патрон мне, конечно, мало осталось. Что за airdrop? А можно меня забрать? А что-то они какие-то жесткие. О! Норм тема. Ай-я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 й! Ух ты ж, ничего, нормально. Так, у меня там тролли отстреливается пока. Он там напал, если что есть. Блин, эти толстенькие, однако, бегунки-то. Так, патроном пока... У нас есть еще и снайпа есть. Так, мне там тоже... Опа. Блин, они уничтожают на бегунке мою эту тролльку. Ай-яй-яй. Понял. Да я не буду уходить, ты что, хочешь что ли? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я понял.
airdrop on the way. Повышающий. Да, блин, не, слушайте, интересненько. Ну, 160 убийств, кстати говоря, из них 8 за голову, не так и плохо. Неплохо, надо пати, надо каких-то друзей, и с друзьями вместе, мне кажется, это будет интересно. Можно так чисто иногда побегать, постреляться, повыживать, можно даже и попробовать в этот сыграть. Так что, смотрите, ребята, если кому-то игра понравилась, скачайте бесплатно в Steam и присоединяйтесь, будем играть, может быть, хотя бы поднимется какой-то онлайн, а то, конечно, в онлайне делать нечего. С 50-ми левелами играть тяжеловато. Так что, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и до новых встреч, пока-пока!